Эта находка единственная в мире, аналогов не имеет. Полная туша ископаемого бурого медведя. Абсолютный возраст 3460 лет. Как известно, до этого находили только кости посткраниального скелета, либо черепа. Поэтому впервые вот в руки ученых попала туша ископаемого животного с мягкими тканями, что дало нам возможность изучить внутренние органы, извлечь мозг. Возраст биологически точный, время, когда это животное погибло, причины смерти, морфологическое описание и сравнение с современными животными, это гистологические исследования, клеточные исследования и, конечно же, исследования на наличие вирусов и микробиоты.